Продолжение эпидемиологической темы. В Ярославском районе на карантин по бешенству закрыт телятник. На вынужденную меру пошли после того, как от опасной болезни пал теленок. Экспертиза подтвердила бешенство. Специалисты предполагают, что опасным вирусом могла быть заражена лиса, которая пробралась в телятник. В деревне Жабино ее видели местные жители в начале декабря. Напомню, в мае в этом населенном пункте после того, как обнаружили труп больной лисы, также вводили карантин по бешенству. По данным департамента ветеринарии, с начала года в регионе зафиксировано 35 случаев бешенства, что в два раза меньше, чем годом ранее.